Всем привет, друзья! Это Коля, брат Даня. У них, как я уже говорил, генетическая сила, и Колян раньше был пауэрлифтером. Да, расскажи немножко, какие результаты у тебя были в жиме, в приседе, в становой? Ну, начал заниматься в 16 лет, получается. Мои результаты были в приседе лучшие. 210. Ого. Сколько ты весил тогда? Ну, весил я тогда 95-90, вот так вот. В жиме, получается, 200. Тогда я уже весил 105. Офигеть. И в тяге, получается, на соревнованиях у меня 235 было зафиксировано, а в зале я делал 250-260. Ого, нифига себе. И, короче, мы сегодня решили посмотреть, сколько ты лет не занимался уже? Ну, чтоб так серьезно, надо. Года два, наверное. Года два. И сегодня мы решили посмотреть, как упали результаты вообще и насколько он откатил по силовым. Что будет, если не заниматься два года пауэрлифтером? Погнали. Как подтверждение к словам Коляна, сейчас вы увидите видосы, то, что было до. Жим, становое и присед. Друзья, параллельно, как вы любите переплетение сюжетов, сегодня будет интересно. Мы едем отдыхать в спа, и вы с нами, погнали. Фига себе, рэпер. А все почему? Нужно не только работать, нужно и отдыхать. Отдыхайте, ребята. Все, приехали, ребят. Тут Данек, тут Колян и свежий воздух. Это очень круто. Лес, смотрите, какой. Я сегодня утром зарегался в приложении Nimsys. Это приложение платит вам деньги, виртуальные деньги, за то, что вы просто живете. То есть, получается, на эти деньги вы можете покупать там продукты, какие-то товары именно в приложении, а также уже появились такие функции у магазинов, когда вы приходите именно в реальный магазин и можете купить за эти нимы какой-то товар, например, кофе можете купить. Уже такая тема есть. Вообще, это приложение похоже на Instagram. Вы можете также лайкать посты другие, вы можете выставлять свои посты, вы можете общаться с людьми, переписываться и так далее, сообщения писать, комментарии. Я зарегался в этом приложении по промокоду, который вы сейчас видите на экране. Он дает вам 1440 нимов, то есть вы, получается, уже не с нуля начинаете, а у вас уже довольно-таки хорошая сумма нимов, с помощью которой вы можете делать посты там, потому что один пост стоит 100 нимов. Довольно-таки классная тема. Если вы хотите развиваться в этой теме, хотите посмотреть, что это такое, также переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, обязательно вводите этот промокод, чтобы получить 1440 нимов. Если хотите увидеть, кто быстрее проплывет, Данек, либо я, либо или Колян. Кто прыгнет в прорубь. Да, то не переключайтесь, не выключайте этот видос и смотрите до конца. 97, ну это правильно, братан. Короче, Колян начнет тут с приседа, 160 килограмм. Оп, хорош, да иди было. Я думаю, короче, он где-то сделает 170-175 максимум, скорее всего. На штанге 170 килограмм. Давай, давай, хорош. 170 взято, попробует 180, я думаю, тоже сделает. 170. Я спину завалил. У тебя глаза покраснели, жесть, короче. Ну, это нормально. Давление поднялось. Короче, сейчас заруба будет, кто быстрее проплывет. Мы вот оттуда стартовать будем с конца. Бассейн 25 метров. Посмотрим, кто быстрее. Папа первый, ё-моё. Слышь, мы первый нерв окурили. Накурил пацанов просто. 180 килограмм. Давай, давай, хорош! Так, Коляна становится в приседе на 180. Сколько было, скажи ребятам? 210. Сейчас 180, он потренит еще, и потом как-нибудь с тобой еще снимем, да? Ну, я думаю, да. Сейчас переходим к жиму. 150 килограмм на штанге. Отпускай. Блин, псих. Колян нас в какой-то бассейн притащил, странный очень. Холодно, как... Блин, очень холодно, реально. Это как прорубь. Давайте. Это после бани надо, короче. Это сразу после бани, посидеть да. Минут 5-7 вот так.
Ай, дубак. Чёртер каково? Да писюс холодно что-то. Холодно? Я вообще мерзлячий. У меня жира-то нет нифига. А там прорубь? Давай, да. Давай прыгнешь. Да я не буду прыгать. Надо садиться нормально. Старайся гать отсюда. Башка, конечно, мерзлячий. Ну тут реально холодно зимой, блин. Такое себе удовольствие. Ага, а что это, лето что ли? Сто шестьдесят. Ух, сложно пошло. Ну это предел. Так, было у Коляна 200 в жиме, сейчас 160. Переходим к тяге. 200 килограмм на штанге. Изи, изи, изи. Сейчас сколько у тебя? 220? Йоу. Капец. Холодно, капец. Блин, тут еще лед. Вот, короче, как она выглядит. И сразу выходи. Не трогай, не трогай. Сейчас. Ныряй сразу и держи за перила. Сейчас. Два. Нормально? 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 Ну-ка иди сюда быстро. Тащи его сюда. Сразу ныряй. Сразу ныряй. Нормально? Жесть. Пока бежишь, уже замерзаешь. Нормально, красава. Вот сейчас в джакузи идем, это нормально хотя бы. Блин, 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 по льду ходить, это вообще дичь какая-то, твою дивизию. Быстрей, быстрей, быстрей. А что на тебя проломлено? О, тут-то тепло, хотя в гребаный карась. Нормально? По льду ходить, это вообще дичь полнейшая. Вот отсюда можно, кстати, в прорубь, тут теплее гораздо, чем в бане. Короче, новая процедура, ходим по снегу. Блин, в натуре. Он не проваливает. Не, ну, блин, кобзда холодно. Дичь какая-то. О, как не холодно. 240 килограмм на штанге. Давай, давай, давай. Хорош. Просто машина. Жесть. Короче, на соревнованиях у Коляна было 235, сейчас потянул 240. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. It's been like driving me crazy. These people complacent. Too many are lazy, but wanna see changes. You can all hate me, you're slaves to these wages. You need to be crazy to head out for greatness.